Приветствую вас, Валерия. Хотелось бы, конечно, чтобы вы пояснили нам, чем конкретно вы хотите помощи. В чем конкретно вы хотите помощи, какой вы хотите помощи, потому что на данный момент, мягко говоря, не совсем ясно, какой у вас вопрос к психологу. Что вы хотите от психолога, какую вы видите помощь, и как вообще, ну, вы воспринимаете, как вообще видите взаимодействие, то есть как вообще видите процесс оказания вам помощи. То есть вот вы зашли на форум, написали текст ситуации, вам ответило 4 человека. Что вы хотите дальше? То есть, что будете делать дальше? Что хотите дальше? Это вопрос, на который, мне кажется, нужно ответить вам в первую очередь, потому что, ну вот, как бы психолог работает с запросом, да? Вот. У вас запроса нет. Вы жалуетесь на свою маму, вот, и говорите, что она вот такая-то, то она вот ведет себя, точнее, так-то, вот, а никто, собственно, не спорит с тем, что она ведет себя, может быть, себя с вами неправильно, да, никто не спорит с тем, что она там может допускать какие-то ошибки, вот. Но, собственно, что делать-то дальше вы планируете, что делать-то дальше вы, собственно говоря, хотите, то есть, какова цель-то ваша, знаете? То есть, ну вот вы написали, что хотите уйти из дома. Куда уйти, во-первых? То есть, просто уйти из дома, это, ну, это не вариант, просто уйти из дома. Нужно, чтобы вы ответили на вопрос себе, уйти куда вы хотите, вот, собственно, в первую-то очередь, куда вам, собственно, есть ли вам куда уходить, вот, понимаете, какая штука. Ну, вот этот момент является, на мой взгляд, самым важным здесь. Вот. Куда уходить? Дальше вы говорите о том, что если я ей скажу, то, значит, меня никто не пустит. Для чего ей говорить? То есть, ну зачем? Зачем бы вам ей говорить о том, что вы, собственно, собираетесь уходить от меня, если она ведет себя так, вот. То есть, вы извините меня, но, на мой взгляд, вы настроены несерьезно. На мой взгляд, вы хотите просто вот своей маме, да, возможно, что-то просто показать. То есть вы хотите ей показать, вероятно, что, ну, вы хотите показать ей, что вы можете уйти, возможно. Вы хотите продемонстрировать ей, что вы способны уйти, вот. Понимаете? То есть нет ощущения, что вы действительно, что вы правда хотите уйти. Вот, нет ощущения такого, что вы действительно хотите уйти. Потому что если вы действительно хотели бы уйти, то вы бы искали возможности, а у меня ощущение такое вот складывается, что вы ищете не возможность, а ищете именно оправдание, оправдание для этого не уходить, вот. И в этой связи
хочется вам сказать, что у вас, возможно, позиция жертвы, вот, вероятно, позиция жертвы у вас, из которой вам, возможно, нужно помочь выйти, выходить, из которой вам, возможно, нужна помощь. По выходу из которой вам, возможно, нужна помощь. Вот. То есть, мне видится эта ситуация вот примерно такой мне видится ситуация. Вот. Примерно так мне видится эта ситуация. Вот, и, собственно, все. То есть, если вы планируете уйти, значит, вы преследуете свои интересы. Если вы преследуете свои интересы, значит, вам, никто, абсолютно никто, не должен давать одобрение, никто не должен давать одобрение вашим действиям, просто потому что, да, вот просто потому что никто не должен давать одобрение вашим детям, ибо вы здесь решили действовать сами, вот. И такое впечатление, что вот ответственность за то, что вы, за то, что вы собираетесь сделать, да, до конца брать вы не хотите. Или, может быть, боитесь, я не знаю, вот. Ну, в любом случае, такое у меня возникло ощущение, да, вот. То есть, я вас не обвиняю, я просто хочу, чтобы вы вот в этот момент для себя уяснили, что же вы хотите-то, что же вам нужно-то. То есть, если действительно вы хотите, если вы считаете, что с мамой больше жить нельзя, хорошо, отлично, ее не переделать, это ваш выбор, и вы молодец, что решили это, вы молодец, но необходимо обеспечение, необходимо именно обеспечение вот, вашей позиции. То есть просто именно обеспечение нужно. То есть не просто я решила уйти, а именно вот, но именно обеспечить необходимо. Свое решение. То есть если уйти, то куда? Если уйти, то, соответственно, как-то там спланировать это. Вот, скорее всего, там, обратиться за помощью, да, к людям, к людям, я имею в виду, к вашим друзьям, например, да, и так далее. То есть, там, такая вот штука, то есть, серьезно подойти к этому вопросу, вот. Потому что это, на самом деле, очень серьезно. Это очень серьезно, то, что вы собираетесь уйти как бы от нее. Но я вас еще раз повторяю, не пугаю вас, не обвиняю вас, просто хочу, чтобы вы эту ситуацию поняли. И вот в чем основная проблема ваша, да, в чем основной конфликт ваш сейчас, на данный момент, вам нужно озвучить. И разрешить этот конфликт мы вам как раз таки и поможем. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.